Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Мозус, и сегодня поиграем в SkyWars на сервере, называемый Massive World. И что же, погнали! Перед началом этого видеоролика я хотел бы вам порекомендовать канал Breaker and Cat Meow. На этом канале эта девочка, она снимает видео по Майнкрафту и с очень интересным монтажом. Так что советую подписаться. Приятного просмотра. И, собственно, дорогие друзья, вот началась наша первая игра, и что сегодня за тема видеоролика? А это плавность моих роликов, то есть не плавность, а даже качество, потому что сейчас я снимаю, ребятки, и буду смонтирую, надеюсь, этот ролик 1440p, то есть такое качество, у меня какие-то громкие звуки, я аж их слышу, от себя что-то не слышу, и вот, короче... Качество у меня теперь в роликах 1040p, это практически самое, при самом максимальное только 4К, но, к сожалению, 4К на компьютере сделать невозможно, это можно сделать только с помощью специальных камер. А вот как раз 1040p это максимальное качество, которое может воспринять, так сказать, компьютер, поэтому... Я сейчас снимаю с ним. Также я добавил шейдер больше плавности, motion blur вот этот вот. И в принципе, давайте по Butterfly кликаем, потому что, надеюсь, все помнят эту серию по Butterfly клику. Я надеюсь, вы научились. Хотя я там практически не учил, потому что вебка вырубилась, извините, также. Ну и, в принципе, сейчас мы будем просто тащить, ни на что не отвлекаться, потому что, собственно, я все уже вам рассказал про мою плавность. Это просто офигенная плавность. Еще и 60 FPS, но как 60 у меня FPS, так и было. Но вот 1040p, оно, это классно, это классно. Надеюсь, то, что каждый ролик буду монтировать. Я еще не знаю, сколько он у меня будет рендериться. Рендерится. Я серьезно не знаю, поэтому, смотря как, если очень долго будет воспринимать все это мой компьютер, то я, наверное, буду снимать также в 1080, потому что 4К это так... Ой, не 4К, ну, 1040, грубо говоря. Это, на самом деле, такое сложная система, чтобы научиться снимать так. Ну, во-первых, то надо поставить все настройки на 1040 и в программе, которую мне снимают, и в программе, через которую я монтирую. А во-вторых, то, что рендерится будет очень долго. Я не знаю, может быть, это прорендерится все очень быстро. Может, так же, как я свои прошлые ролики. Может, дольше. Но, скорее всего, потому что качество-то лучше. Логично, да? Поэтому, ребят, я не знаю. Но все равно этот ролик-то в любом случае будет 1040. Вот так вот мы этого пацанчика скинули, у тебя ничего нету. И я, собственно, ребятки, победил в этой каточке. Что, собственно, давайте уже перейдем ко второй игре, и там мы просто будем играть. Ребятки, собственно, наша вторая каточка на карте под названием Long Island. Давно я на этой карте не играл. Это моя одна из самых моих любимых карт. И почему бы и нет? Давайте я вам сейчас расскажу, какие у меня любимые карты. Хотя можно было посвятить этому всему отдельный ролик. Но я вот такой вот добрый. Сегодня будет очень много новостей. И... Офигенно, ребятки, получилось, собственно. Вы видите это, то есть. Классно! Читер просто попался, Джорджо Тэппл. Ребят, я не знаю, кто тут админы на сервере, я ютуберка, я не админ. Забаньте его просто, я выложу эту катку, потому что, ну, вы видите это, да? Собственно, в прошлой катке нам попался читер, он тупо долетел до меня на своем флае. Просто таких людей надо банить, и я не знаю, почему до сих пор на Massive World такой плохой античит. Стоп, мне послышалось? Нет, мне послышалось, слава богу, а то я думал, вот и какой-то читер попался. Ребят, со мной произошла очень плохая вещь. Я упал, как и он. Но я выжил, потому что у меня есть ютуберка. Это так классно, господи, ребят. И я, кстати, говорил то, что, я не знаю, я на ролике это говорил или не говорил, то, что вот этот вот слайм-платформа, это очень плохая вещь, потому что я считаю то, что со слайм-платформой игра не очень будет правильно, то есть вы будете как бы выше, то есть донат решает, так сказать, и поэтому это будет как-то не очень честно, я ее не юзал. А сейчас я понял то, что без этой платформы, ну, никак не выиграть, потому что на Massive World сделали скидку ютуберка по 100 рублей. Если кто не знал, покупал я эту ютуберку за 320 рублей, то есть
наверное, все видели ролик, где мне ее выдали. Комбо, комбо, бомба. Что, ты умер, да? Да, все, ты умер. 2 килла, изи. И я надеюсь, что мы победим. О, господи, это еще кто такой? Мри, все? Где тебе ютуберка? А, ну он не пользовался платформой. Ах, видимо, не умеет пользоваться перками, но я вам, ребят, серьезно говорю, то, что сейчас на сервере очень много людей, у которых есть этот перк, то есть платформа, и выиграть просто иногда бывает нереально из-за этой платформы дурацкой, и я решил ее завязать, потому что, ну, выигрывать тяжело, поэтому все как бы наравне. Конечно, есть люди, у которых нету никаких привилегии, типа ютуберки, но таких уже стало крайне мало, наверное, половина уже всего сервера играет с ютуберками, потому что они реально подешевели, они стоят даже дешевле бога, господи. Там есть опки. Хватит блоком меня бить, идиот. Давайте просто побутерфляем. Так, бутерфляй клик на самом деле очень крутой клик. Я им сейчас пользуюсь до сих пор, потому что я не знаю почему, но этот клик реально крутой. Давайте уже искать игроков. Так, это обычные ботиночки. Мне нужен шлем, почему бы и нет. Так, у меня, собственно, есть железо. Давайте собирать железо. Одно железо. И откуда? Откуда ты стреляешь, мой дорогой друг? Собственно, они двое уже там, как я понимаю, да? Поэтому можем еще поискать чего-нибудь. И тут почему-то ничего нету. Да, они кто-нибудь, ладно, неважно. Кто-то, короче, один чувак на этом острове, и что-то мне подсказывает, что другой чувак рядом, потому что он стреляет куда-то в пустоту. Да-да-да, тот чувак тоже там. Зараза, у него тоже есть. Я так и думал, поэтому я просто решил покушать гэппл, но я его не доел, потому что, ну, как бы, зачем, какой смысл, если я сейчас запрыгну? Здрасте. А он стрелять не умеет. Все нормально, ребят. Мы его сейчас за... Можно тебя залукать? Залучить или как? Рукой, ребятки, удочкой. Умер? Да, ты умер. Удочкой мы тебя, в принципе, затащили. И давайте мы побыстренько захилимся гэпликами и простроимся уже к этому нашему... Зараза! К этому последнему чувачку, как я уже и сказал. А ты же знаешь, что это простреливается или нет? Простреливайся! Зараза, вот он не даст. Он не даст пройти. Поэтому я просто уйду отсюда, пожалуй. Потому что он реально, ребятки, не даст. Собственно, давайте уже уйдем с этого острова. И я не знаю, сколько игр будет, потому что эта игра крайне уже долгая. О, господи, я чуть не упал. Иди отсюда. Иди, пошел-ка ты отсюда, чувачок. Я его за джиттер кликал, потому что бутерфляй клик. Ну как, бутерфляй клик очень крутой клик, но все равно джиттер клик надо тоже вспомнить, родной джиттер клик. Вот это плавность. И, собственно, ребятки, давайте уже перейдем к следующей катке. Вот такой вот я сегодня добрый, решил для вас снять еще третью каточку, потому что, ну, как-то мне сегодня везет. Я вот каждой катке просто с первого раза записал. Ну, несмотря на ту, который читер. Поэтому, ребятки, давайте. Ребята, началась уже наша следующая игра на карте под названием Frostbite. И сегодня, ну не сегодня, а в этой именно игре, в третьей нашей последней игре, я, пожалуй, не буду ни о чем говорить, я просто буду тащить, ребятки. Ну как, не буду ничего говорить. Я буду комментировать игру, но вот какие-то истории я вам рассказывать не буду. Я просто буду, собственно, играть. И что же мы можем поделать? Мы можем, например, скинуть вот этого чувака замечательным баттерфляй кликом, да? Тебя же нету. Так, ребятки, я чуть не умер. Комментировать. Чё это такое? Здрасте.
все, ребятка, ребятка, смешно, ребятки, мы его, в принципе, закликали Butterfly кликом, и Butterfly клик на самом деле просто тема, потому что это самый лучший клик, который я только изучал, посмотрите. А, ну 10 кпс, потому что я не знаю, потому что тяжело пока что, я уже просто разыгрался, и... Ну, 12-13 пока что получается. Я вот вне ролика, когда ты заходишь прямо в Майнкрафт, у тебя может получиться 16 кпс, я серьезно говорю. Потому что ты такой расслабленный, Butterfly Click. Я как говорил уже, он расслабленным. Так, иди вон отсюда. Тебя мы не пустим, потому что ты у нас мистер Таргетер, так ведь? Как я понял, да? Не нужны нам тут мистеры Таргетеры. Так, и остается, собственно, вот уже вот столечко игроков. Так, тихо. Тихо, тихо. Что за бред? Что это было только что, ребята? Вы это видели? Ну нафиг, нет, я к нему уже не пойду. Я просто засяду вот здесь. Он не строится никуда там. Смотрите. Давай! Нет! Помри, пожалуйста! Это был читер, ребята. Он не мог так сильно кликать. У него было КПС 40. Он с кликером был. Ребята, надо захилиться. Надо срочно захилиться. Я только что убил... Офигеть, какие эпичные катки, ребята. Ребята... Все, все, все. Это было очень эпично. Ну прям очень эпично. И где наши следующие игроки? Осталось всего лишь 3 игрока. Это я и еще двое. И как я понимаю, один уже просрался на центр. Но я что-то там уже услышал немножечко то, что. И кто-то убил кого-то. И мне кажется, то, что они на вот этой стороне, да, я увидел этого последнего нашего чувачка. И в принципе. Так. Что мы можем сделать? Давайте я, пожалуй, сейчас простроюсь. И мне не нанесется урон, конечно же. Так, у него, собственно, давайте как-нибудь подойдем к нему эпичненько так. Нормально, ребят, нормально, я затащил третью нашу окончательную игру, и, в принципе, давайте уже перейдем к прощанию. Ребята, вот такой вот у нас видеоролик получился, я надеюсь, что он вам прям зашел, потому что новый рендер, во-первых, во-вторых, эти катки были очень даже эпичные, и, собственно, ребята, давайте уже будем прощаться с вами, надеюсь, что вам понравилось это видео, вы поставите на него свой лайк и подпишитесь на канал, ну а с вами был я, Мозас, и всем пока!